пятницу в Самарской области без осадков, переменная облачность. Температура днем плюс 22, ночью плюс 15. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В Сызрани днем малооблачно, плюс 22, к вечеру плюс 15, ветер западный 5 метров в секунду. В Тольятти днем переменная облачность, плюс 22, плюс 13 ночью, юго-западный ветер 5-7 метров в секунду. В Самаре днем переменная облачность, без осадков, плюс 23, к вечеру плюс 15, западный ветер 5-7 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%, геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.